придется зачистить этот район. Понял. Я тебя вижу! Но я быстро учусь, когда по мне начинают стрелять. Всем привет, это Крайний Ведьмак, меня зовут Дима, я подошел покрыть игру Архай. Мне пошли четвертая часть игры под названием Порт. Всем приятного просмотра. Так, самая главная наша цель, найдите лагерь наемников. Понял, будет сделано. Еще при тем, как пройти по этой пони, надо сначала осмотреться. Нежели не нарваться на жертвых гостей. Сначала все сделать правильно, по-моему. Я думал, ты на Якутане. Меня переправили сюда пару дней назад. Зачем? Кроу понадобилось подкрепление. Сам вызвался. Спятил? Я наоборот сказал, что не хочу идти. И этот ублюдок отдал приказ на следующий же день. Да, это похоже на Кроу. Ха-ха-ха. Вот, определил к шляпе, хотя я с самого начала. Хочет найти... Мое дело предупредить. Ладненько, меньше болтани. Да, и сейчас снайперки поставим себе, убить их, а? Ладно, сейчас не спешу. Давай, тварь готова. Так, цель деклюдирована. Есть, один точно деклюдирован. А второй надо найти, где он будет. Лучше смотреть еще раз. О-о-о-о. Ну что ты пойдешь, а? Ладно, что с тобой? О, сейчас точно никто делал. Да, все. Зона зачищена. Можешь спокойненько лететь в эту пани. Так, я все взял, патроны на месте, все на месте, все окей. Всем еще раз приятного просмотра. Это классненькая игрушка. И эта игрушка уже 16 лет, она вышла в 2004 году. Представляете, а? Первая часть Варкая вышла в 2004 году. Это одна из лучших игр данной серии. Опа, нормально, все окей. Я убью вертолет. Попробуем. Ва, сейчас, как говорится, не промазать. Есть. Хочу забить по боке. Вы послышали, что этот видео давно бы уже сорвал себя. Маленько. Еще раз посмотримся. Пока вроде бы никого нет. Еще вчера, чем я остановился, это игра 2004 года, она очень классная и правда интересная. Кинем нас экипажа гранату. Опа, не зря кинул, значит там какой-то полюбец еще есть. Не знаю кто, ну, пенсионная на лодке. Так, ладненько, не будем время таить, прыгнем. Раз, два, три. Падение бессмертного придурка. Ой, блин. Вообще был прав, там, скорее всего, на лодке, да. Да-да. Есть. Класс, я супер агента. Всех не ликвидировал. Ой, они не против будут, если они вот подхожу. Думаю, нет. Фига, сколько кровищей стоит пули врагов, были пиани, понятно, посажали бы их нахрен моментально бы. Ого, сколько тут броников. Мне самое-то нужно. Не зря я все-таки в вертолет стрелял.
Кайл. Чувачки, спасибо за водочку, думаю, она вам уже не нужна будет. Ну-ка, все пивай, да? Вау. Вот это круто. Нравится мне, что можно эту часть и первый лица делать здесь. Ну-ка, как прикольно припаркуемся. Вау. Лучшая парковка в игре. Ага. Погнали. Ну, в принципе, мне водка просто уже не нужна была на самом деле, а? Заплатить за ней резерва? Ну, точно. Где были у меня? Сказать, радар показывает мне, что туда надо идти. Точка, скажи, точка моя на карте. А что тут накопили на них? Не знаю, я их убил. Тут у них вот пулемет офигенный. И снайпер там был, сука. На этой вышке. Ну, снайпер, конечно, меня не заметил бы, не это понял, но... Тысячи ублюдки убили бы меня. Никого не... Наверное, я уже, наверное, ничего не найду. Ну, в принципе, да. На самом деле, ни хрена. Ладно, красивая игрушка. Это в предыдущей части я, так сказать, уничтожил эту гребаную спутниковую тарелку, так сказать, устроил диверсию. Чтобы отвлечь врагов. Так сказать, просто устроил диверсию, чтобы отвлечь врагов. От главной цели, от меня. Чтобы они подумали, что моя главная цель — это именно эту тарелку уничтожить. Так, потом у меня осталось тарелка, зашибись. Сейчас залезть на вышку, осмотреться, а потом дальше уже пойти, а. Блин, тут красиво, птичка летает, а? Класс, мне нравится. Мне нравится. Опа-на, вот патрончики. Вот там, он их и в лагере. Сейчас быстренько осмотримся. Раз снайпер. Не тренировки лагерь, не понимаю, вон у них мишени по ним стреляют. Сука, снайперы. Вот еще раз снайпер, а там понятия не имею кто. Ладненько, не важно. Все осмотрелись. Ой. Еще не смеются. Так. Смотри, патроны. Ой. Потом уже снайпер я решил убить. Думаю, я все правильно сделал. Да, зашибись. Так, теперь дальше. Ай, даже эти стреляют, даже не помню. Как они могли не слышать на снайпере глушителя? Даже не слышали, что я их людей убил. Паника. Ну, я их далека. Не буду сисюкаться. Все. Конечно, не всех ликвидировал, но большую часть, я думаю, я точно убил. Все, понятия не имею, кто здесь находится. И не вижу, нужен обзор, поэтому пойду вниз спущусь. Ладненько, все, погнали. Нормально. Если подборка не вызвал. Все, в общем, все окей. Ну, джунгли полипоиска-то еще есть, а? 100%, а? Школа небольшого говорит. И очень мало людей. Это же моё. Не похоже, засветились после того, как ты разрушил башню центра связи. Я направляюсь к тебе, но надо совершить еще одну диверсию. Взорви их арсенал в лагере. Это усилит неразбериху, и я смогу подскользнуть. Предлагаешь устроить новую диверсию для того, чтобы отвлечь их внимание от первой? Очень умно. Реально умно. Ванька, пойдем дальше. Устроить диверсию, чтобы отвлечь другой. Взорвите арсенал, чтобы отвлечь внимание наемников. Понял, будет сделано. Что мы говорим цель дальше на нашей миссии, это сказать, устроить диверсию, это понятно, не в этом дело. Добавиться до перста и встретиться с Зой. Или мы, так сказать, и займемся. Игрушка хоть и 1000 этого года, но тем не менее она очень классная. Так, стоим бы. Надо лучше осмотреться. Опа-опа. Что это тут у нас? Не, прикольно уже. Опа. Так, раз, два. Вас сомневаюсь, я что у вас еще двое осталось. Я же говорю. А где еще на цель? Ваника. Зашибись. Не-не-не, еще
Чё, оказывается, их пятеро? Да сколько у вас тут, да? Так. Это зловещая музыка играет, да? Напряжённая. Я ж говорю. Сука, я тут шаги услышала. Издалека. Да сколько вас тут находится, а? Я сюда, походу, что ли, знали, что я приду. Ну, я со всеми быстро разобрался. Как хочу на своем канале начать проходить. Hankai 3, это самая лучшая из данной серии игры и самая безумная. Очень интересная. С большой удовольствием хочу ее пойти. Уже на канале мне очень много прохождений будет, а? Разных игр по жанру. Ужастики, приключенческие экшены. Всякие разные прикольные гоночки. Очень много прохождений. Коль гонки не особо такая, что я. Опа. Очистим попугай лагерь втихаря. Если, конечно, у нас получится сделать. Это, ого. Кто это у нас тут? Попробуем его чпокнуть со снайперки. Лягу. Блин, снайперская что-то не хочет попадать, серьезно. Ладно, давайте повыше. Ну как вот. Не, что-то диапазон. Так, а? Не знаю, убил, не убил. Ладно, пофигу. Ой, сука. Эй, кто меня спалил? Ты меня спалил, я же быть в кустах нахожусь. Далеко ты делся? Я не понял, он сквозь! Сквозь здание от меня стрелял. А сказать, сквозь. Все, их лагерь, а? Это палатка, я знаю. Охренеть. Сука, блин, а? Ну не творит черти на этом уровне, а? Они как-то идем тихо. Мне как еще одна цель показывает, что я не убил. Походу там гранатометчик или что-то был. Сядь, ликвидирована. Опа. Карточка, думаю, мне она пригодится. Кого же я не убила? Сейчас думаю, всех убью в этом лагере, потом уже повышку по Васе и патроны соберу для снайперки. Лагерь тут у них нехило, прикольненький. Классно обустроились. Так, если я не ошибаюсь, когда я подсвечивал, тут еще кто-то был. Так, примерно оттуда. Блин, что серьезно? Ладно, черт самый. Опа! Нижний любовь зачатка, я нашел ее все. Эй, что-то мне не нравится тут. Тут, походу, еще есть. Фигли, блин, у меня. Так сказать, загорелся. Так сказать. Маяк. Забыл посмотреть, давайте. Шкала поднимать. Шкала присутствия ублюдков поднимать. Так, ладно, сейчас зайдем. Зашибись. Ух ты, а вот зачем нужна была карточка? Класс! Вау, аж 10 патронов для снайперки. Короче, маленько, типа, выставляем, зовем. Это ставим версию вторую. Окей. Окей, окей, ну, короче, сначала соберу патрончики, потом пойду. Опа-на. Блин, а не тут-то.
Ну-ка, бля. Маленько уже можно. Я их грохнул. Как у тебя, хорошо. Суки, блин, как они палят меня сквозь. О, сквозь пути. Гребаный этот. Это был база, блин. Я вообще не понимаю, честное слово. Еще-то их гребаными чинями, блин. Как может быть сквозь это тут, блин, несколько лагерь, так сказать, палить меня? Не понимаю, а? Так, тут у нас что-нибудь интересного. Тут у нас нужно патрончики собрать. Кстати, как сколько у меня их уже? Что? 15. Ну, хило. Я затарил всегда. Теперь хоть у меня с навеской винтовки патрон нормально. Патрон, когда не имеете, только один патрончик. Ладно, да я лично думаю, я найду патрончик. Это уже вообще класс. Мне нравится. Ладно, не будем тягать время. А сказать, пойдем дальше. Еще главное, если чуть-чуть сделать. Укрытие машины, пройтись как придется на запад. Окей, будет сделано. Статью какую-нибудь, кого-нибудь удержу, так сказать. Ага. Получил блеский гранатометчик. Отсыпаться, я думаю, где еще ты был. Где его заранее грохнул, то же не повезло. И этих ублюдков сейчас еще грохнул. Все, остановись-то, бейби. Блин, классно, ты чего тут в первой части? Все, ублюдки приехали. Так, я думаю, какую машину тут взять? А не колотил багер, ух ты, еще одна вышка. Ух, там уже гранатометчик, однозначно. Ладно, не будем париться. Возьмем винтовку и... Несем, ублюдка, оставайся, бейби. Так, а тут я хочу машину багги взять. Будет круто на ней погонять. Она классная. Из первого лица. Джакарио, рулет. Больше спецназа ведь выходит тропу войны. Цель, ублюдские цели ликвидированы. Так, все, пойду я на вышку, заберу патроны. Блин, нифига себе, сука, я лоханулся. Блин. Вот я вошел, блин. Машину забыл поставить на ручник. Ладненько. Все. Погнали. Птички пойду, да? Ой, класс. Я думаю, я уже к цели приближаюсь. Ну да, вот он и пес. Как обычно, я смотрю сначала заранее, конечно. Ого, сколько вас тут. Мне все равно, что другие говорят. Любой, кто выйдет из джунглей, сразу получит пулю между глаз. Успокойся, друган. Ты же не собираешься палить, кого попало. Не учи меня. Говорю тебе, я убью этого парня и всех, кого он с собой привез. Да? А что, если это наши на подходе? Ты об этом не подумал? Подумал. Ты рацию слушаешь? Все наши в этих джунглях пошли на корм для червей. Так что можешь не боясь палить по всему, что оттуда появится. Черт, и как только они тебе оружие доверили. Сейчас я вам устрою пушки на мать. Я же как прирожденный снайпер. Первая цель пошла. Знакомая рыбка. Блин, давай, постой. Есть. Не все, конечно, цели ликвидированы, но почти. Просто дальше там уже не вижу.
Опа. Есть. Ну еще пес. Почти зачерся. Все, может полезть дальше. Нет, прикольная миссия была. Блин. Если хочу один прикольный трюк сделать, если, конечно, получится, так сказать, классненький на машине, на байке, это, в общем, увидите. Так, ладненько, ладненько. О, байк это прикольненькая машинка, классненькая, очень быстрая. Реально, вот игра на класс. Класса. Подождите, потратил бы на машине. Ну, она уже не пригодится. Я на подходе к пирсу. Как только зачистишь территорию поблизости, я подберу тебя. Понял. Вот это. Все, все цели ликвидированы. Встречусь до его в конце пирса. Окей. Сейчас быстренько только пацана соберу и жизни. Мне овощи как нужны. Еще броник бы найти. Блин, жалко, нет броника. Понимаете, что я хочу сделать? Вот так. А где прикол? Вот этот зарепа. Конечно. Я иду, Дойл. Реально, как у людей где броника нет, да? Ой, это не то место. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, ставьте лайки, и все очень скоро. Всем удачи, всем пока-пока. Вижу, ты Джек. Откуда ты знаешь? Я ждал тебя. Твоя подруга переведена в другое место. Запрыгивай. Прячься в люк. Если тебя заметят, мы оба покойники. Кто может нас заметить? Тебе лучше и не знать. Я буду на связи.